устроившись на работу, я получил от МВД справку, в которой указана погашенная судимость. Законно ли это? Органы полиции имеют право хранить, систематизировать информацию о гражданах, связанную непосредственно с выполнением ими их функций. Верховный суд недавно дал разъяснение, что хранение информации о наличии погашенной, снятой судимости нарушением прав граждан не является. Полиция также может использовать банки данных других государственных органов и организаций, в том числе персональные данные граждан, если федеральным законом не установлено иное. Даже в том случае, если уголовное дело в отношении вас возбуждалось и прекращено в дальнейшем по нереабилитирующим обстоятельствам, и справка, которую вы получили, содержит информацию о таком факте, это нарушение ваших прав не является. То есть в этом документе только констатируется тот факт, что в отношении вас возбуждалось уголовное дело. Справка с информацией о возбуждении уголовного дела не может нарушать права граждан, поскольку предполагает простое констатирование имевшего место быть юридического факта.